В настоящее время, отметил начальник отдела наркоконтроля, операции МАК уделяется значительное внимание. Целью операции является выявление и уничтожение очагов произрастания наркосодержащих растений. Андрей Милосердов озвучил сроки проведения операции. Цель данной операции – это пресечение незаконной деятельности физических лиц и хозяйственных субъектов, занимающихся незаконным выращиванием наркосодержащих культур, их заготовкой, изготавливающих из наркотических средств, а также склеивание, перевозку и сбыт наркотических средств. Конечная цель – сокращение местной сырьевой базы, перекрытие каналов поступления наркотических средств. Андрей Милосердов отметил, что для территории Уварова тема выращивания наркосодержащих растений не столь актуальна. В основном такие посевы находятся в районе. Однако проблема распространения различного вида наркотиков существует. В основном наркотические средства привозят из других городов. Город Уварова мне хотелось бы отметить только с положительной стороны, потому что действительно работа проводится, профилактически достаточно серьезная со стороны учебных заведений, со стороны администрации, ну и всех вот структур, которые были задействованы в проведении вот этого месячника, проведении профилактических мероприятий. Проводились заседания круглых столов, значит, в кадетском корпусе, выступления проводились в учебных заведениях. За период месячника сотрудниками отдела было выявлено 19 случаев, связанных с хранением и распространением наркотических веществ. Граждане были привлечены к административной ответственности. В компетенции следственного отдела находится преступление такого рода, совершенное несовершеннолетними. К счастью, указанных проявлений в городе Уваров в текущем году не было. В прошлом году было одно такое преступление, связанное с хранением марихуаны в Армении. Но что вызывает озабоченность в настоящее время, Андрей Михайлович упомянул, у нас имеют случай гибели граждан от передозировки наркотическим средством. Три человека. Причем эта передозировка связана с таким наркотиком, как героин. В настоящее время у нас проводится проверка, назначены экспертные исследования по поводу обнаружения по факту гибели жителей города Уварова. На заседании присутствовали церковнослужители, им тоже предоставили слово. Ставит такой вопрос, что действительно занимаются ли родители своими детьми. И из практики видно, что порой родители бывают такие же, как и дети. Ребенок начал материться только, растет, а мамочка хвалит. О, глядите, мой ребенок там-то хорошенький. То есть эта проблема начинается с родителей. Это род, идет такой род, который, если он уклоняется от Бога, то он начинает заблуждаться в таких дебрях, которые сам и не осознает. Со стороны священнослужителей также ведется профилактическая работа среди населения. Галина Зайцева, Светлана Доровских, Александр Трегубов для рубрики «В рамках закона».